Ну что сказать, купила камеру другую, конечно, не такая, как эта, но тоже взял Panasonic. Как бы камера неплохая, но все равно ощущение такое, что пересел, допустим, с Мерседеса на Volkswagen. Ну, одно радует, я ее еще не пробовал. Посмотрим, что за камера. Как бы с Мерседеса дядя Олежа уже пересел на Матисс. И как бы очень доволен, даже к Мерседесу возвращаться не хочет. Что из себя представляет эта камера? То есть, настроения-то у меня уже нету. То есть, но радует, что здесь стабилизационная система очень хорошая. То есть, ее я как бы проверил в магазине. Карта памяти до 64 гигабайт поддерживается, но нет встроенной памяти. Здесь у меня есть встроенная память вот в этой камере, с которой снимаю. Да-да, камера снимает, камера работает. Единственное, что не работают функции, не работает экран, не работает пульт. На этой камере нету пульта, так что съемки не очень будут. Но на первое время нам хватит, пока дядя Олежа будет снимать на эту камеру. Эту камеру будем ремонтировать, будем искать. То есть, я дам в описании этого видео дисплей, который мне нужен, и марку камеры. Если у кого-то будет возможность, поищите, найти, мне нужен дисплей. Стоит он где-то около 100 евро. То есть, я думаю, если мне 200 евро обойдется ремонт, то это хорошо. Камеру я сделаю. Ну, ладненько, давайте я покажу вам вот эту камеру, протестируем ее. Ну, вот так вот выглядит она в упаковочке. Снимаю я через видоискатель. Как бы очень плохо мне наводить глаза. Вот такой фирмы. Камера, можете посмотреть. Ну, как бы не самая чмошная, но все равно. Ну и посмотрим ее комплектацию. Как бы зарядное устройство, я так понимаю. Немножко фокус сбивается. Сама камера. То есть инструкции с ней. Ну, ясное дело, что она снимать будет не так. То есть диск, ну, диски эти можете сразу выкидывать. Вот эта вот программка для идет, ну, программа лицензионная, видеоредактор. Ну, а здесь идут инструкции. Ну, диски нахер не нужны сейчас. Так, ну, это провод подключения камеры и для к телевизору подключать, к компьютеру, к телевизору. Ладно, ничего тут сверху. Это для фотовспышки, для выносной микрофонов. То есть это все лишняя приблуда. Ну и сама камера, сейчас посмотрим. Одной рукой беру. Камера небольшая, стоит, не знаю, у нас получается 670 долларов она получилась. Камера похожа на мою, конечно, но не то. Экран сенсорный, батарея, то есть и карта памяти вот сюда, я так понимаю, вставляется. На штатив тоже она ставится. Ну, в принципе, многое есть, что в моей камере, но звук тоже 5 к 1. Видите, это радует. И с зумом тоже микрофон, то есть по звуку должно быть все хорошо. Фотовспышка, ну, фотоаппарат здесь, конечно, помощней, 24 мегапикселя, на моей 14.2. Но здесь вот диаметр 28, да, объектива, а у меня... Ага. Хрен знает. А, у меня 35, ну, то есть разница будет ощущаться. Ну, как бы для гаражных видеосъемок это не будет ощущаться, но будем делать мою видеокамеру, да, сделаю свою видеокамеру. Ну что ж, плюс один,
Буду снимать с двух камер, с двух точек. То есть интересные кадры появятся. Появится много кадров, как мы что делаем, как снимаем. То есть стабилизация здесь хорошая. В принципе, можно и в видеоредакторе все стабилизировать. Просто это очень долго. Ну, как бы духом мы не падаем. Сейчас мы попробуем протестировать эту камеру. Я ее немножко подзаряжу и вернусь к вам. Еще радостная новость. То есть к объективу вот эта фигня подходит. То есть, ну, это у нас эта фигня. И еще вот тут вот есть такое стеклышко для... Ну вот, чтобы и сварку защищала, и от ультрафиолета. То есть все это подходит на эту камеру. Как бы на сегодня это единственная хорошая новость. Ну, стилус тоже там нету, но он подходит. Но стилусом не пользуешься, пальцами обычно нормально. Да. И вот стеклышко хорошо, что вообще вкручивается туда и подходит. Потому что стеклышко стоит тоже 25 евро. Еще хочу сказать, вот я взял как бы карточку, вот не вижу, резкость есть, на 16 гигабайт. Это мало, конечно, это где-то, если Full HD снимать, то это на примерно 30 минут. И приходится тогда скидывать на компьютер. Но я уже заказал 32. Вот здесь вот класс стоит. Ой, сейчас вот я не вижу ничего. Ну, вроде бы есть. Вот здесь, короче, класс. 10 стоит, да? То есть вот это дорогая карточка, у нее хорошая скорость, ну и вообще она как бы неплохая карточка. Если вы будете брать, то чем выше класс, тем лучше карточка. Не смотрите по цене. Вот такая штука как бы может стоить 5 долларов, а может стоить 35 до 50, да? То есть, ну, в основном, чем дороже, если не разбираться, тем лучше. Если это четвертый класс, допустим, у вас и скорость передачи данных будет плохая, изображение будет дергаться, то есть изображение будет плохое. Чем лучше карточка, на нее не нужно жалеть денег. Ну, в принципе, так же, как и на камеру. Дядя Толя сделал, дядя Олеже подарок, да? Семейный бюджет треснул. Ну, ничего. То есть я как бы извлекаю только лучшее из этого. Будет вторая камера, будут съемки гораздо интереснее. Сейчас я подзаряжу то. Зимой-то пока поснимаю, в гараже там сильно много не наснимаешь. А к лету уже с двумя камерами, с двух точек это будет очень красивые и прикольные съемки. Так что оставайтесь на канале, следите за видео, все будет классно. Ну что радует, это... Камера идет сразу с подсветочкой, то есть можно и так снять, то есть сразу идет с фонариком, ну вообще шикарно. Это уже радует, и далее же уже настроение появилось. Как бы, ну вот, моя камера, которой я все время пользуюсь, да, то есть мы ее еще не совсем забраковали. Ну вот эта подсветочка, это радует, конечно. Вот так она выглядит. Здесь как бы мощный аккумулятор. Вот если можно посмотреть. 1080-60 кадров в секунду, да, идет. Как бы камера неплохая. Вот единственное, что там также двигается. Вот разбилась вот тут. То есть и из-за этого она не работает. То есть вот она сейчас включена, по-моему. Но толку тут нету. Вот сейчас я, наверное, выключу. Вот так вот. То есть, ну, если вот так закрыть, то она как бы снимает, если вот видно. Вот, камера снимает, все, да? Ну, вот так вот плохо смотреть, наблюдать, очень неудобно. Очень интересно, в зоне недостаточной видимости камера сама выключает, ну, включает свет или выключает. То есть первое впечатление неплохие. И картинка вроде бы неплохая. Сейчас я покажу экран. Как снимает экран. Так, сейчас мы эту камеру заведем. И посмотрим на этой камере.
Так. Ну, вот, если можно увидеть. Не знаю, видно вам, нет. Ну, как бы картинка неплохая в самом экране. Тоже, в принципе, то же самое управление. Ну, а на сегодня все, как бы. Ладно, дядя Олежа немножечко успокоился. И, как бы, вам советую. Никогда не переживайте раньше времени. Дядю Толю мы, конечно, вставим. И конкретно оставим. Он у нас провинился. Ищите во всем плюсы. То есть, как бы, несмотря на то, что у меня вроде такая неприятность, да? Ну, плюс в том, что дальнейшие передачи будут сниматься с двух камер. Это будет интересно. На сегодня все. Здоровья вам, вашим детишкам, силы для работы. Работа, чтобы всегда была. Ну, удачи, конечно. Ну и добра и бабла. Правильно.